Здорово. Грудки не будет. Да, я решил поиграть со смертью в прятки. Решил съесть творога. Проверим, что будет. Я на самом деле по-быстрому, минут на 5, на 10, соскучился по хейтерам. Ксюха смонтировала ролик «Тайских каникул», четвертую серию. Ксюха дома грудку жарит себе, а я здесь по творожку решил. Правда, я уже булочку вот такую сожрал. Булочку я решил вам не показывать, а то еще инфаркт кого-нибудь схватил бы. Решил на твороге включиться. Я по-быстрому. Здорово, здорово. У меня работы много. Я сейчас по-быстрому творог заточу. С хейтерами немножко повоюю. И пойду работать. Творог. На твороге каждый может. Попробуй без творога. Белая смерть. Творог на гриле. Зажарить творожку. Ну и серьезнейший вопрос. Конечно, принимаю для мышц. Творог принимаю. Она вечерком придет. Не совсем вечерком, пораньше. Мы меняем режим. Видите, время 4 часа. Я уже позавтракал. И еще что-то. Я уже сегодня для бара закупил всякие оборудования. Кофемашины, там блендеры. Сейчас поем творожку и пойду дальше работать. Так. С трахуном все лезет. Трахун все пробивает. Что там в новой серии? Блин, ребят, я даже не помню, что там в новой серии. Забыла так давно. Ксюха знает, что в новой серии, она монтировала. Я создал тему новую в Инстаграм по вопросам. По той же схеме пойдем. Я думаю, может, даже завтра запишу ответы на вопросы. У меня еще созрело две темы для канала. Ну, одну я уже говорил. Я запишу про тренеров. Какие варианты современных фитнес-клубов? Есть варианты работы для тренеров? Ну и как вообще быть хорошим тренером? Как выбрать хорошего тренера? Просто свое мнение на эту тему запишу. Привет, Сургут. И второй ролик про Синтол. Я смотрел ролик на железном рейтинге. Пару моментов там меня зацепило. Я выскажу свое мнение на канале. Творог, да, вкусный творог. Да, Фафом, именно вот эта тема. Все тяжи ставят, все, блядь. Чушкан ебаный, блядь. Сказал. Вот. По поводу семинара. ВКонтакте можно написать, как-то выйти на связь. Можно телефонами обменяться уже ВКонтакте где-то. Если что. Творог. Тархуном. Вообще огонь. Тархуном хорошо. Да, вот по поводу этого. Где найти для себя программу? Блять. Явно не в интернете. Явно нужно общаться с живым человеком. Чтобы вам кто-то. Только не в интернете, блять. Общение с живым человеком. Программы
Я вообще на самом деле не люблю программы. Но программу надо индивидуально писать под человека. Для того, чтобы написать программу, по моему мнению, нужно поработать с человеком. Просто так от балды. Ну хорошо, я напишу программу. Приседать, становую тягу делать. А человек вообще не может, физически не может приседать, к примеру. И хули толку от этой программы? Покалечить только. Да, Тархун Лайт. Нет, Тархун Сильвер. Тархун Сильвер у меня. Лайт будет на сушке. Как вам моя баночка? Нормально? Я не отвечаю уже, да, на хейтерские вопросы, просто их игнорирую. Так, выдергиваю то, что более-менее нормально. И отвечаю. Просто перископ реально в помойку превратился. Там, по-моему, у меня около 3000. Я так понимаю, периодически в этом в топе, блядь, залетают сюда очень много ненужного народу. О. Сколько рука? Больше 50. Ближе к 55. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, я с Мироновым не то чтобы дружу или не дружу. Мы с Мироновым познакомились лично в Тае, пообщались. Мне Серега очень понравился как человек. Я, в принципе, его поддерживаю. Иногда даже в перископе привет передаем. Но мы не общаемся прям, не корефаны там. Вот. На мой взгляд, очень адекватный человек, очень развитые, разносторонние. У Крылова 57,5. Ну и хорошо. Чё? Молодец. Так держать. Но Клен Бутероу не работает на мне. А что вы сделали, чтобы Клен Бутероу работал? Или что такое Клен Бутероу? Вы хоть знаете, это лекарство для астматиков. Как оно на вас должно работать? Вот как Клен Бутероу на вас должен работать? Вы знаете хоть? Это лекарство для астматиков. Если вам какой-то, блядь, тренер сказал, что чувак хочет подсушиться, пей Клен, пошли его нахуй, этого советчика, блядь. И все. Просто сделай себе правильное питание и ебашь кардио побольше. Никакой нахуй Клен не нужен будет. И не будет вопроса, блядь, работает Клен или не будет. Это лекарство для астматиков. Вот. Чтобы, блядь, использовать Клен, нужно ряд условий соблюдать. Тогда он будет работать. А проводить сейчас семинар по поводу использования Клен Бутероу времени нет. Как набрать массу? Жрать дохуя надо. И набирать. Да. Что такое Клен? Дерево такое. Ударение просто неправильно поставили. Клен. Вот это дерево такое. И тот, кто вопросы про него пишет, тоже дерево. По поводу тренера я запишу видео, как стать тренером и каким должен быть тренер и прочую херню. Видео на канале сделаю. А если жрать не помогает, значит, поможет еще больше жрать.
Если тебе, если ты считаешь, что ты много жрешь, значит, если тебе кажется, что ты много жрешь, то тебе это только кажется. Вот, как там говорят, да? Надо есть больше. Салам. Пиво с творогом, да, пивасик. Влезет, влезет. Если надо будет, влезет. Что дрищам есть? Все подряд. Да, это канализация. Я на самом деле черепашка-ниндзя, живу здесь в канализации. Мои братья Донателло, Леонардо, сейчас пока там в зале качаются, а я зашел поесть. Я не подсказываю курсы, ни первые, ни последние, блядь. Знаете почему? Потому что от всяких подсказчиков для некоторых людей курсы бывают последними в их жизни. Да, учитель Сплинтер тоже там. Он в зале единоборств там отрабатывает удары на груши. Сплинтер тоже здесь, все здесь. Да, учитель Угринов Сплинтер. Да я каждый день жду шредеров, только нихуя никто не приезжает. Одни шредеры вон там в Перископе. Все грозятся приехать. Ни одного шредера еще не доехало. Вот. Шредеры, вон здесь половина шредеров сидит. Вырубатели всякие. Вон, никак только не доедут. Да, кирпичи откладывают. Название люка. Название люка Инферно. Да, всегда жопу моют. Спасибо. Четвертый кто? Далер Исматов может быть четвертым. Или этот Олег Кривий из Украины. Кто еще там? У Славика. Да, творог с пивком. Хорошо, это мой секрет. Секреты из подвала. Ну, я, кстати, да, видел ролик про Фатеева. Фатеева теперь Мишин будет готовить. Слышал, видеоролик. Ну чё, дай бог, посмотрим. Чисто на мой взгляд, чё бы там кто ни говорил, чисто моё мнение, у Виталика форма неважная была, всё равно неважная. Что-то там не то. Да это не фара хуёвый. Я не буду говорить, потому что вы
перевернете, все. Здорово, здорово. Да, игнорю. Вообще надо игнорить 99%, а один отвечать, чтобы равных количеств было. Вас там 100%, я один, 1%. Соответственно, 1% могу осилить, ответить. Это не хат, это канализация, ебаный в рот. Неужели не слышно, не видно? Это канализация. МКС. Московская канализационная система. МКС. А вы что думали, МКС такое? Космос, что ли? МКС — это Московская канализационная система. Ксюша моя, отлично. Вообще супер. Никого я никуда не готовлю. Димон, вторник и четверг Димон у нас здесь в клубе, все остальные дни он в Алексе Бирилёва. Это касаемо Димона. А по поводу чего-то там шестерки на России, я что-то не успел прочитать вопрос. Хорошо отношусь к мэнс-физикам. Чего плохо-то относиться? Ну, если там пидорасы, то плохо. А ко всем остальным хорошо отношусь. Почему нет? Видеоблогеры. Видеоблогеры вон там активировались. Что сказать про пептиды? Рабочая тема. Надо просто под контролем тренера все это использовать. Определиться, для чего вам нужен. Пептидов очень много на самом деле. Привет, Ростов-на-Дону. Что там, каковы Адама? Адам, буду болеть за Адама на России. Прям очень хотелось бы, чтобы он там, конечно, показал самый лучший результат. Творог или прот? Ну, конечно, лучше творог. Дураку понятно. Без спортпита, без протеинов можно обойтись. А вот без всяких хороших добавок, типа витаминов, омеги, глюкозамина там, не обойтись. Нет, ну обойтись-то можно, но их надо бы использовать. Как похудеть? Много есть, но правильно. Глюкозамин, хондроитин для восстановления связок. От простуды витамин С, чтобы всякая дрянь не приставала, надо периодически пить витамин С. Он очень сильно повышает иммунитет. Поэтому пейте как
Можно больше. Вот только не на голодный желудок, и только пейте настоящий витамин С. Не какие-то там, блядь, эти, как я, аскорбинки, там, хуйминки, вот эти шарики, блядь, эту шляпу эту. Витамин С в порошке, 2,5 грамма, по-моему, пакетик. Пакетик шлепнули. И таких парочку в день. И никакая хворь вас не возьмет. Поэтому для повышения иммунитета витамин С. Ну, постоянно, в принципе, можно, только ни в коем случае не сжечь желудок. Ну, как бы, понятно, не сожгешь, но, блядь, на голодный желудок только не надо его. Гематоген, блядь, не знаю, чем он там супер полезен, этот гематоген. Ну да, лимончик тоже хорошо. О. Так, все, народ. Пошел я работать. Пойду канализацию проверю, почищу. А то тут что-то у нас засорилось. Вон, слышите, вода перестала течь, походу, засор. Надо пойти пробить канализацию. Так вот и живем. Жрем творог, чистим канализацию. Давайте, счастливо. Видео с тренировки не будет. Я качаюсь под музончик и по-быстрому. Видео будет на канале сегодня. Тайские каникулы. Все, давайте, счастливо.